Stay close. The gate is locked. Look around and see if you can find anything to break the chain. Они как и приносят. Вот первый курс вообще говорит, пойдем в школу. Вот университет, как бы, и школа, мои мнения на это отвечают. Ну, слушай, Володь, это отдельная программа. Вот как можно говорить о том, что вот человек может поступать в 5 вузов, и в каждом вузе на 5 специальностей. Инспектор, stay sharp! Где же они? Вот же мне всегда... Брайан, climb up to the roof. И помните, какую форму Максим Моррис? Группу, которая защищала Лимпопо от кремлевской марионетки Айболита. Вот она сказала, правильно, по-моему, сказала, что декларация независимости основана на лжи. Ну, по большому счету, на лжи, потому что вообще-то она была принята тайно 2 числа, не 4-го. 4-го просто они узнали. Дети писали ее полностью только через месяц, 2 августа. Но самое интересное... Кстати, что... есть хоть одна женщина, которая подписала? Нет. Трансгендер? Ну, на ЛГБТ+. Нет. А представители коренного населения... Я не знаю, женщина, которая... Она вообще не относилась к белым протестантам. Только там подписывали все приличные люди. Рабовладельцы, контрабандисты. Вот если декларацию независимости первой зависит, она во всех учебниках присутствует. Infected, behind you, watch out! It should be safe inside. My name is Holmes. I'm a rescuer from Safe Zone Happy 101. I came back because I was supposed to protect 2 sisters. We got separated and then I ran into you. After I've secured the perimeter, go look for them again. 72% говорят о том, что страна находится в состоянии экономического и морального упадка. Это при том, что в 2020 году, например, когда Трампа, помните, травили, было то, что 46% американцев доверяли своему правительству, доверяли Трампу. Сейчас это процент 31. Keep up! Don't move! Mister! Please don't shoot! Holmes! It's us! Please don't shoot! Mister, this is our friend Holmes we told you about. We're safe, for now. Yes, that's Andy and Merck, Happy 101. The big, that's right. We received new, Andy will establish communication. What are you doing?
I presume Holmes has brought you up to speed? Calling the helicopter. Hello, I'm Murphy. Yes, I came here with my sister and I was afraid at first. You need me for something, huh? Kid, what are you, a detective? We're not completely safe yet. You know how to use a gun? Lazarev. Back. Not bad. Give me a hand putting up these last. Tougher than I thought. Thanks to Alexei helping us. Исторических корней, по большому счету, не помню, с кем мы сейчас имеем дело.
Мне еще пару минут надо видео дописать. Спасибо. Much tougher than I thought. Almost done here. Thanks to Alexei, Andy has already started transmission with Happy.